Каждую среду в студии телеканала «Самара ГИС» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Когда в Самаре стартуют перевозки по садово-дачным маршрутам? Как во время самоизоляции работает общественный транспорт? Что изменилось во время пандемии коронавируса в работе самарского метрополитена? В нашей студии Александр Ярополов, заместитель руководителя департамента транспорта администрации городского округа Самара. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон в студии 202-11-22. Александр Венедиктович, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. Хотелось бы с чего начать. Весной 2020 года в Самаре планировалось открыть 27 садово-дачных маршрутов. Как складывается текущая ситуация в связи с превышением количества больных по коронавирусу, чем то, которое мы ожидали, к сожалению? Планировали мы открыть не 27, а 29. 29. Даже еще больше, да? 29, традиционно. Обычно у нас маршруты открывались тестовыми, так называемыми пробными перевозками в апреле. И уже в постоянном режиме стартовали с 1 мая и заканчивались 31 октября. К сожалению, в этом году из-за той ситуации, которую мы все знаем, из-за пандемии, из-за режимов, введенных повышенной готовности на территории, в том числе и Самарской области, запуск маршрутов в регулярном режиме пока отложен до окончания режима самоизоляции. Тем не менее, все подготовительные работы сделаны. Какие именно? Мы все маршруты обследовали. Обследовали эти маршруты совместно с представителями Министерства транспорта, ГИБДД, представителями администрации районов, куда ходят эти маршруты. Маршруты ходят в три района: в Кинельский, в Красноярский, в Волжский. И представителями, председателями или представителями председателей садово-дачных товариществ, потому что все они были оповещены об этих мероприятиях. Поэтому по результатам этого обследования практически все маршруты у нас готовы к открытию. По трем там есть определенные недостатки, но я думаю, что к моменту уже открытия эти недостатки, связанные с качеством там дороги, где-то подсыпать, где-то что-то там подделать. Да, вот что значит обследовали маршруты, скажите, пожалуйста. Обследовали маршруты. Зрители должны понимать. Да, обследование маршрутов – это ежегодное мероприятие, когда комиссия садится в автобус и едет из точки А в точке Б по этому маршруту, смотрит, что-то изменилось по сравнению с прошлым годом. Там, по маршруту этому можно ездить, знаки установлены в нужном месте – заезды непосредственно в садово-дачные товарищества, дорожное покрытие в состоянии обеспечить безопасность. Да? Разворотные площадки сделаны, потому что многие, например, вот уже непосредственно заезды, разворотные площадки – это забота, скажем так, председателей садово-дачных товариществ, самих товарищей. Ну, в общем-то, да, потому что это для них. Это для них, да. Они это прекрасно понимают, активно участвуют обязательно в этой работе. Поэтому это ежегодное мероприятие. И мы, несмотря на то, что уже вот такая ситуация начинала развиваться, тем не менее все сделано. То есть можно сегодня сказать, что как только у нас режим самоизоляции или вот эти специальные режимы введенные будут сняты, дачные перевозки будут запущены по, скажем так, тому же графику, как и все предыдущие годы. То есть вопрос на самом деле один. Когда пандемия пойдет на спад, когда Роспотребнадзор, когда медики скажут, можно совершенно давайте, верно. Это будет безопасно, мы не навредим. Совершенно верно. Совершенно верно. Александр Венедиктович, сколько планируется машин на маршрутах? Потому что вы сказали, что так же, как в прошлом мы году. Мы планируем в этом году в будние дни, а дачные перевозки у нас осуществляются два раза в будние дни. По подавляющему большинству маршрутов это среда, пятница. И по всем остальным обязательно это еще и суббота-воскресенье. То есть четыре раза в неделю ходят дачные автобусы. В будние дни мы планируем на всех маршрутах 29, 53 автобуса будут работать. В воскресные дни, поскольку пассажиропоток больше, 57.
У нас есть звонок в студию. Давайте ответим и затем продолжим беседу. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Людмила Александровна меня зовут. Да, Людмила Александровна, говорите. Почему? Вот у нас дача 26 лет. Жигулевские сады, поселок Ложки. Автобус никогда не ездил и, наверное, даже нет возможности, наверное. Почему нет туда маршрута? Это массив очень большой, а транспорта нет, только свой. А если машина ломается, тогда как? А ведь это общественного транспорта, там 5 километров надо ходить. Александр Юрьевич, итак, ну, тогда я хотел бы пояснить о том, каким образом у нас устанавливаются маршруты. Да? Давайте, каким образом это происходит. Потому что по этому звонку я не совсем... Я понял только, что это в Волжском районе, но в каком-то, видимо, одном из дачных массивов, куда пока движение не ходит. С этого года полномочия по осуществлению дачных перевозок разделены между Министерством транспорта и администрацией городского округа Самара, то есть между областью и городом. Раньше область передавала эти все полномочия на уровень города, и полный комплекс работ осуществлял город. Теперь полномочия разделены. Что осталось с 1 января, или что стало в полномочиях области с 1 января этого года? Это установление, изменение маршрутов дачных перевозок и ведение реестра маршрутов дачных перевозок. В соответствии с теми законами, которые регулируют порядок осуществления регулярных перевозок, для того, чтобы открыть маршрут, нужно получить заявление перевозчика. Он подает это заявление. В данном случае это заявление надо подавать в Министерство транспорта. Он подает это заявление. Министерство транспорта рассматривает это заявление и согласовывает его с городом, согласовывает с нами. При этом оцениваются вопросы, связанные с безопасностью передвижения, в первую очередь, с возможностью подъезда к участку, да, и так далее. Если принимается решение о том, что маршрут можно открыть, то в этом случае этот маршрут вносится в реестр. И, опять же, в соответствии с законодательством объявляется конкурс. Кто будет работать? Кто будет работать? Значит, перевозчик, соответственно, выходит на этот конкурс, или перевозчики, да, и победитель выигрывает этот маршрут. Вот таким образом происходит установление или изменение маршрутов, в том числе и по дачным перевозкам. Соответственно, нужно просто подавать заявку, я правильно понимаю? Да, нужно найти перевозчика, который подаст заявку на вот тот маршрут, о котором сказал один из наших зрителей, да, и, значит, соответственно, слушатели. Пройти, да, вот эту процедуру. Пройти эту процедуру, да. Александр Викторович, у нас есть еще один звонок в студию. Давайте ответим и затем продолжим. Говорите, здравствуйте, вы в эфире. Алло, вопрос вот какой. Да, представьтесь, пожалуйста. На дачу, имеет документы. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Она Приенко Виктор Андреевич. Дача находится на Годинке 2. Ну, не совсем к вам вопрос, но тем не менее, можно ли ехать на дачу на личном транспорте? На дачу ехать на личном транспорте можно. Для этого нужно иметь свидетельство на этот дачный участок, паспорт, ну, подтверждающий, что это дачный участок. И после этого проблем с движением на своем личном транспорте к дачному участку никаких не будет. Приезжайте на дачу. Ну да, это разрешено. Александр Венедиктович, сколько будет стоить проезд на дачных маршрутах и какие льготы будут действовать? Потому что вопрос чрезвычайно важный. Понятно, что большое количество владельцев дач — это люди в возрасте. Мы в этом году не планируем увеличение тарифа на перевозки по дачным маршрутам. И все перевозки по дачным маршрутам должны остаться для граждан на уровне прошлого года. То есть те, кто имеет льготы по садово-транспортной карте, это вот пенсионеры, да, те, кто имеет социальную карту, они покупают садово-дачную транспортную карту. И стоимость льготного проезда, она ощутимо дешевле, чем стоимость проезда, ну, так сказать, за полную стоимость. То есть в основном
как раз та категория, о которой говорите вы, ездит по этим садово-дачным транспортным картам. Стоимость на каждом маршруте разная, потому что она зависит... от километража. Да, она от километража зависит. Да? Ну вот для примера, скажем, на одном из маршрутов. Вот полные 103 рубля, садово-дачный 40. Или полные 50, садово-дачный 24. Ну и так дальше. Потому что, ну, таким образом. Я, знаете, хотел бы что еще отметить. Ведь, насколько я знаю, далеко не во всех городах ПФО есть такая услуга, как садово-дачные маршруты. У нас звонок в студию, потом продолжим. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Галина Ивановна. Да, Галина Ивановна, говорите, вопрос ваш. Я хочу задать вопрос по поводу черновских дач. Черновские дачи уже лет 20 как существуют, и всегда транспорт ходил с «Авроры». Вот в связи с ремонтом Южного моста дачи, автобус перенесли на Кирова. У меня, значит, две сестры, одна из них инвалид, и чтобы доехать до Кирова, они едут со 116 километра. Вы представляете, какой маршрут они едут? Бросить дачу невозможно, ездить тоже невозможно. Мы просим, чтобы нам вернули автобус с «Авроры». И многие очень пенсионеры просят, чтобы автобус дачный на Черновские дачи вернули с «Авроры». Очень вас просим, пенсионеры просят. Ясно, спасибо. Александр Венедиктович, можно ли вернуть автобус? Ну, первое. Если автобусы будут ходить с «Авроры», то дальность сильно увеличится, и стоимость проезда тоже увеличится. Вот это надо понимать. И увеличится время в пути, соответственно, да, потому что там протяженность будет больше. Второй момент тоже очень важный. В то время, когда автобусы отправлялись с «Авроры», и когда автобус идет по трассе мимо черновских дач в сторону, скажем так, Алексеевки, вот в этом направлении, то он останавливался около массивов вдоль всех этих дач. Люди выходили, переходили дорогу и шли к себе на дачу. Значит, после того, как там проведена была реконструкция этой дороги, все остановочные пункты с той стороны убраны. И негде выходить. И ГИБДД, мы в этом году, когда обследование делали, тоже обсуждали, в том числе и, может быть, там для других целей, вопрос возможности вот остановки с той стороны, да, и, значит, ГИБДД категорически против, потому что там это будет большое количество остановок, это надо делать много переходов, это, значит, ограничение движения, то есть ГИБДД не соглашается на такие эти самые изменения. Соответственно, когда автобус пойдет с «Авроры», то он тогда пойдет не мимо дачи, а он вот так вот их объедет сначала, и все равно будет начинать движение к дачам, вот как с площади Кирова. Потому что по-другому невозможно. По-другому невозможно. С Кирова намного быстрее, то есть путь с площади Кирова до дач занимает где-то порядка 15 минут до первой остановки. Ну и там до последней где-то, наверное, минут 25-30 максимум. Второй момент. Мы, поскольку мнения разные, да, мы попросили председателей садово-дачных товариществ высказать свое мнение, там, поговорить с дачниками, да, высказать свое мнение. И те письма, которые мы получили от председателей садово-дачных товариществ, то есть большинство из них, подавляющее большинство, оно высказалось за сохранение этого маршрута с Кирова. Ну, понятно, то есть кому-то удобнее с Кирова, а кому-то удобнее с «Авроры». Поэтому пока в этом году это остается с площади Кирова. Значит, если, повторяю, порядок изменения, я вот уже рассказывал о том, как можно изменить, может быть, новый маршрут запустить дачный, значит, если есть перевозчик, пусть подает заявление, это будет тогда... Ну, надо подавать обращение и... Надо подавать просить... заявление, да, и сказать, вот давайте, автобус будет ходить с «Авророй». У нас есть еще один звонок в студию. Говорите, вы в эфире, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Дачный маршрут 175К, Марья Михайловна. Так. Вот у меня какой вопрос. Городской транспорт ходит, люди ездят. Мы, естественно, люди, да, малообеспеченные, у нас нет личного транспорта. Земля сохнет.
наше подспорье, да, находится, ну, в критическом состоянии. Не могли бы вы конкретно нам сказать? Ведь, понимаете, у нас от и до маршрут. От и до. Мы также могли одеть маски, нас туда привезли, мы вышли, а там как кроты, нас и не видно на всей территории, понимаете? Опять приехали, забрали, привезли на место. То есть суть вопроса, когда вы сможете поехать, я правильно вас понимаю? Нам бы хотелось как можно скорее попасть на дачный массив. Это массив Чайка, Водинский, 175К маршрут. Александр Едикович, ну тут вы уже ответили в начале программы, что... Да, это, к сожалению, в данном случае зависит не от нас. А от Роспотребнадзора? От Роспотребнадзора и от других органов, которые... Я предлагаю посмотреть режим. Сюжет, а затем мы продолжим нашу беседу и вернемся в нашу студию. Измерение температуры – обязательная процедура перед выходом в рейс. В самарских автобусах усиленные меры безопасности. Задача – не допустить распространения коронавирусной инфекции. Здоровье водителей и кондуктора на особом контроле. Все автобусы ежедневно моют, салоны обрабатываются хлорамином. Работают мобильные бригады дезинфекторов. Они работают в почти круглосуточном режиме. Обрабатывается подвижной состав не только в парке во время отстоя, но и во время обеденного перерыва. Обрабатываем все поверхности, которые соприкасаются с пассажирами. Это поручни, стекла, валидаторы и сиденья. Все это сделано для дополнительной безопасности наших пассажиров и личного состава. В управлении предприятия находится 450 автобусов. Треть из них сейчас на приколе. Пассажиропоток снизился более чем вдвое. Те же машины, что выходят в рейс, ездят полупустыми. Но это не исключает повышенных мер безопасности. Мы информируем пассажиров о том, что нужно соблюдать дистанцию, то есть 1,5 метра, и что самоизоляция все-таки это необходимо в связи с такой обстановкой. В режиме ежедневной обработки хлорамином и коммерческие маршруты. Как только микроавтобус въезжает на стоянку, сразу появляется дезинфектор с баллоном. К слову, такие штатные единицы сейчас введены повсеместно. После получения указаний из департамента транспорта администрации города Самары, мы привлекли дополнительных сотрудников, которые в ежедневном режиме перед выездом автобуса на линию проводят дезинфекцию подвижного состава. Вот, эта дезинфекция проводится специальными сертифицированными химическими составами для исключения вероятности вреда здоровью. Внимание к маршруткам, как к хирургическим операционным. При такой обработке, уверяют в транспортной компании, никакой инфекции не останется. На данный момент пассажиров очень мало ездит. Как бы все в основном в масках. И поэтому, ну, какие-то там вопросы лишние, там они нам не задают, мы им не задаем. Несмотря на все меры предосторожности, транспортники обращаются ко всем самарцам с призывом пользоваться их услугами только при крайней необходимости. Тем же, кому не надо на работу, лучше всего оставаться дома. Александр Едиктович, так режим самоизоляции продолжается. Вот в этой ситуации как работает общественный транспорт? Ну, важнейшие, наверное, вопросы. Какое количество машин выходит на маршруты и какое количество маршрутов у нас на сегодняшний день действует? У нас действуют все маршруты, все городские маршруты. Всего у нас в постоянном режиме работает 110 городских маршрутов. Это 48 автобусных маршрутов по льготам, 22 трамвайных, 14 троллейбусных и 26 коммерческих маршрутов. Все маршруты работают. Пассажиропоток в апреле месяце упал на примерно 70%, то есть составляет где-то 30% от ежедневной перевозки. То есть если каждый день, например, льготные автобусы везли порядка 288 тысяч, а трамваи и троллейбусы вместе 275 тысяч человек, то сейчас они везут около 100 тысяч ежедневно. Для того, чтобы соблюсти те ограничения, которые действуют, вот 1,5 метра, да, чтобы... Да, ведь это очень важный момент, потому что 1,5 метра в магазине, 1,5 метра и в том числе в общественном транспорте, это просто страшно, в конце концов, стоять в тесноте. Количество транспорта, которое выходит в уменьшенном количестве на линию, оно не пропорционально количеству пассажиров, да. Поэтому количество транспорта, оно у нас уменьшено где-то всего на, наверное, 30%. То есть, если взять в целом, то
в городе должно выходить ежедневно порядка 1300 единиц транспортных средств, включая и трамваи, и троллейбусы, и автобусы, и коммерческие автобусы. Сегодня выходит около 1000. Вот в целом. Поэтому мы стараемся сделать, и перевозчики в первую очередь стараются сделать так, чтобы вот те положения ограничительного режима, они соблюдались. Ну и положение безопасности. Хватает вообще вот этого количества транспорта, по вашей оценке, так, чтобы и перевозить людей регулярно, и плотность соблюдать, ну и чтобы не возникало, скажем так, проблем? Ну, здесь, может быть, еще подойти с той стороны. Хватает. Конечно, иногда, возможно, бывают на одном, максимум двух рейсов, какие-то бывают сбои, потому что может быть, где-то сломался транспорт, раз. Может быть, где-то он попал в ДТП, значит, надо ждать замену. Ну, какой-то сбой может иногда произойти. Но в целом, на сегодняшний день, мы обращаем внимание, и все, наверное, видят, что, естественно, что вместимость стала намного свободнее, стала ездить в автобусах. Конечно, перевозчики от этого не очень рады. Потому что в общем-то, это на сегодняшний день они несут убытки. То есть это плановая убыточная работа? Они несут убытки, да. Это надо констатировать. Значит, поэтому город совместно с областью на сегодняшний день ищет пути, как это можно скомпенсировать. Различные схемы рассматриваются, безусловно, для того, чтобы вот этот вопрос нам решить. Для того, чтобы транспорт продолжал работать? Конечно. Транспорт техника... обязательно будет продолжать работу, да. Соответственно, когда режим будет ослабляться, мы должны готовиться к этому, соответственно, будет наращиваться количество транспорта на линиях, безусловно. Важнейший вопрос — безопасность. Безопасность не только людей, но и безопасность работников. Как защищаете водителей, как защищаете всех специалистов, кто работает? Все те, кто работает непосредственно на линии, кондукторы, водители, все снабжены многоразовыми масками на всех предприятиях, на всех. Они получают это под роспись, это контролируется с тем, чтобы они не просто их в карман положили, скажем так, а действительно ими пользовались, потому что это в целях их же безопасности делать. Конечно, и конечно. Безопасности, в общем-то, наверное, может быть, и пассажиров, да, безусловно. Поэтому этот вопрос на контроле. Маски у всех есть. Поэтому... Средства дезинфекции. Мы сейчас смотрели сюжет про дезинфекцию транспорта. Это не для картинки по телевизору. Это действительно ежедневная работа. Это работа ежедневно на контроле, потому что ежедневно мы получаем фото и видеоматериалы с отчетом об этой работе. Все предприятия отчитываются о том, как они осуществляют дезинфекцию транспорта. Также контролируется и запас дезинфицирующих средств. И если вдруг какие-то сложности есть с этим запасом, слава богу, нет пока, то, безусловно, мы всегда им поможем. Александр Викторович, а где берете маски? Потому что в городе дефицит, и в аптеках их не хватает. Многоразовые маски, к сожалению, по достаточно, так сказать, высокой цене, значит, коммерческие предприятия сами приобретают. Значит, часть масок в самый острый период, значит, за счет определенных там бюджетных денег были отданы предприятиям, но в основном предприятия самостоятельно закупают многоразовые маски. Практика показала, что это более выгодно, чем вот эти одноразовые маски, потому что одноразовые становятся достаточно дорогими на сегодняшний день. А многоразовые маски с соблюдением правил их использования, они сегодняшний день в основном используются они. Перед тем, как продолжить беседу, предлагаю посмотреть еще один сюжет, и затем мы продолжим наш разговор. Ну, сначала, собственно, значит, моем стекла. На то, чтобы вымыть один вагон, у Земфиры Алеевой уходит полтора часа. Уборка детальная и тщательная. Моются окна, поручни, стекла, полы и диваны. С обязательным использованием дезинфицирующих средств, одобренных Роспотребнадзором и безопасных для здоровья. Дезинфекция проводится систематически, в том же самом режиме. Вот, поэтому
безопасность пассажиров с точки зрения здоровья, она превыше всего. Мы сами ездим на этом, ну, как бы в метро, и наши дети ездят. И, конечно, уже очень приятно заходить в чистый вагон. Всего в Кировском электродепо 46 вагонов. Их моют каждые 20 часов. А раз в 10 дней еще и обязательная внешняя мойка. Сначала состав обрабатывается специальным средством. Затем прогоняется через щетки. И после сушится. Жители Самары говорят, что рады неизменной чистоте вагонов метро. На высоком уровне сделано все как. Вот именно по чистоте. И полиция работает, и чистота. Я мусора ни разу не видел. Вот ездил сколько, чтобы где-то что-то валялось там или что-то в этом роде. Всегда, ну, приятно, в общем. Сейчас в городе проходит месячник по благоустройству, поэтому самарский транспорт убирают еще более тщательно. Вагоны метро не исключение. Перед майскими праздниками им предстоит генеральная уборка. Так делается дважды в год. Александр Венедиктович, самарский метрополитен находится в той же самой ситуации, что и весь общественный транспорт. Как он сегодня работает? Метрополитен сегодня работает по прежнему графику. Значит, у нас в метро работает 5 поездов, по 4 вагона в каждом поезде. С 1 мая мы планируем, что у него немножечко увеличится за счет, из-за того, что все-таки пассажиропоток падает. У него немножечко увеличится. А насколько упал, кстати? У него и так немножечко падал в этом году пассажиропоток, а сейчас он упал достаточно значительно. Значительно упал пассажиропоток. Поэтому интервал движения будет 12,5 минут вместо 10. Так? А, значит, в остальное время метро работает, значит, в том же режиме, что и обычно. С 6 часов утра до 24 часов вечера. То есть, по большому счету, в отличие, допустим, там от автобусов, троллейбусов, вот на сегодняшний день ритм движения, то есть ритм движения тот же самый, потому что его невозможно... Дело в том, что технологическая инфраструктура метро, она чуть сложнее, чем троллейбусов или автобусов. Да. И если подробно не останавливаться на вот особенностях этой технологической инфраструктуры, то, значит, именно из-за того, что вот она именно такая на сегодняшний день, значит, изменить, значит, ритм движения достаточно сложно в метро. Да? Поэтому вот они планируют, что у них вот единственное, что как-то изменится, это вот будет сейчас более, чуть-чуть более увеличенный интервал, то есть 12,5 минут на сегодняшний день. И, значит, посмотрим там по выходным дням, может быть, но это надо обсуждать, количество там подвижного состава, может быть, там можно как-то его там на один, например, поезд сделать меньше. Но это мы будем смотреть. Метрополитен – это закрытое пространство, и здесь встает тот же самый вопрос. Как защищаете сотрудников в первую очередь? Ничего другого, кроме средств индивидуальной защиты, пока не придумано. Это маски, это перчатки, значит, те, кто непосредственно контактирует с людьми. Поэтому метро, метрополитен, точно так же, как автобусные, перевозчики, точно так же, как перевозчики на трамвае, перевозчик наш на трамваях и троллейбусах, снабжает всех людей, кто контактирует непосредственно, значит, средствами индивидуальной защиты. Мы видели в сюжете, что точно так же проводится дезинфекция подвижного состава, проводится определенная дезинфекция входных групп станций, значит, самих станций, входных групп станций, поддерживаются все те же самые режимы. Но, повторяю, там в метро чуть проще соблюсти вот этот вот установленный интервал, потому что, повторяю, пассажиропоток, конечно, упал в метро значительно. Спасибо за интересную содержательную беседу. Надеюсь, мы с вами увидимся еще вновь, ну и по более приятным поводам, когда мы все-таки победим эту самую пандемию. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Александр Ярополов, заместитель руководителя Департамента транспорта администрации городского округа Самара. Будьте осторожны, берегите себя. До свидания.